Сегодня я хочу вам рассказать историю из моей жизни. Историй таких, ну не таких, а историй было много разных, как у вас у всех в своей жизни. Но вот эту сейчас расскажу. То есть всю свою сознательную жизнь я работала без перерыва. То есть у меня был перерыв, это когда я только в декретном отпуске была. Вот. И работала без перерыва, чтобы не потерять стаж, чтобы заработать на более достойную пенсию. И вот когда я вышла на пенсию, для меня это был шок. В прошлом году я вышла на пенсию, это был шок, потому что я получила пенсию минимальную. И все потому, что сгорел архив, и документов не было. То есть, это как оказалось, не только в нашей компании, у многих компаний почему-то сгорел архив, и люди получают минимальную пенсию. Понимая, что на такую пенсию просто прожить невозможно, я начала, думаю, надо что-то делать, пока я работаю. Я много читаю книг по инвестированию, по тому, как, что деньги, знаю, что не мы должны работать за деньги, а деньги на нас работать должны. Но как-то постоянно для инвестирования у меня не хватало средств. И тут я думаю, ну вот, видимо, пришел момент, когда мне надо инвестировать, заняться инвестированием. То есть я вот эту пенсию, которую минимальную я начала получать, я стала ее инвестировать. Решила, что года два я буду ее инвестировать, пока поработаю. А потом я просто буду получать дивиденды с этих инвестиций. И но я понимаю же, что я в инвестициях ничего не понимаю, поэтому, чтобы не терять свои деньги, я залезла в интернет и начала искать информацию, куда можно инвестировать. И, о чудо, я такую информацию нашла. Я нашла компанию, куда я инвестирую денежки, но не это самое главное. Главное то, что после этого у меня изменилась полностью вся моя жизнь. То есть я начала им обучаться. Я начала обучаться не просто в интернете. Я обучалась, ездила в Москву, там я месяц обучалась инвестированию. У меня поменялось мышление. У меня появилось очень много друзей, новых знакомых. И как следствие сменилось все мое окружение, которые держали меня вот так и говорили: да куда ты поедешь, да работай, у тебя хорошая работа. Зачем тебе это? Какое инвестирование? В итоге сейчас я... Но у меня все по-другому. Сейчас я иду к своей цели. У меня раньше цели не было. Я жила как, знаете, день сурка. Работа, дом, семья, быт, все. На путешествия денег не хватало. Собственно, а с чего они могут хватать, когда у нас такие зарплаты? А сейчас у меня цель. Сейчас я езжу, я путешествую. У меня много планов. И меня уже не остановить. Так что, друзья, я хочу сказать, что все, что не делается, все к лучшему. И если вдруг у вас вдруг какие-то проблемы, и у вас опускаются руки, и что-то там случилось, и вы думаете, ну вот все, нет, это не все. Это не все, это начало просто изменить свою жизнь к лучшему. Спасибо за внимание, всего вам доброго. До завтра.